Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 15 июля 2019 года. И я рада представить вам вот этого красавца, бело-лилового мальчишку-чишку. Дата рождения 10 июня 2019 года. На сегодняшний день парню месяц и 5 дней. 5 дней! Мальчик красивого, редкого, необычного окраса, бело-лиловый, то есть носик у нас шоколадный. Глазки у нас вот такие голубые-приголубые, это щенячьи, конечно, взрослые, они будут не голубые, такие зеленоватые, ну, осветленные. То есть все вот эти окрасы цветные, вот лиловые, шоколадные, голубые носики. Глазки не будут коричневые. Родничок у мальчика закрыт на сегодняшний день на возраст месяц и 5 дней. Зубки у нас 6×6, прикус ножницеобразный. Фаберже на месте. Малыш без... Иди-ка сюда поближе, покажи. Вот смотрите, ребята. Мальчик без пупочных и паховых грыж. Животик чистенький. Никаких у нас тут выпуклостей нету. Вот такая очаровательная малышуленька. Будет продаваться недорого, несмотря на то, что видимых вот таких вот прибыльных пальчиков у нас нет. Он рожден без прибыльных пальчиков. Будет продаваться за 25 тысяч рублей, потому что по экстерьеру породы мы родились. У нас вот такой, видите, коротковатый хвостик. На здоровье это никак не сказывается. У мальчика такая же идеально ровная спинка. Обратите внимание, какой крепкий костяк, толстые лапки, великолепные углы задних конечностей. На сегодняшний день мальчик весит 700 грамм. То есть малыш, смотрите, какой костистый. Извините, иногда вылетаю из фокуса, потому что я снимаю одной рукой, второй держу малыша. Вот, то есть парень... Здоровый, крепкий, костистый. Вот из-за хвостика продаются за 25 тысяч рублей. Все остальные щенки нашего питомника, говорю сразу, дороже и намного дороже. Вот. Теперь я вам покажу его вместе с мамочкой и его поведение. Абсолютно адекватный, здоровый мальчишка. Это наш красавец Пресли, который до сих пор ждет своих любящих и заботливых мамочек и папочек. Смотрите на психику бело-лилового мальчишки. Он малыш, он первый раз вышел сюда, он первый раз увидел Пресли. Шоколадная вот, это мама. Видите, какая она некрупная. Это Вика, мы дома ее зовем Вика. А по документам это Мария Мистик, о Вива Мадонна Миа. Мальчик, несмотря на то, что он сосет еще мамочку, уже самостоятельно кушает сухой корм, не размоченный. Пресли, когда тебя рассмотрят мама с папой, а, Пресли? Мне ж тебя жалко, тебе ж потом переезжать в новую семью, ты к нам уже привык так. Мама, папа, отзовитесь, смотрите, Пресли становится все ярче и ярче. Он уже из рыжего превратился в медный, потому что также родители имеют цветную генетику. А в камеру зачем прыгать? Значит, убегает с пеленки. Ну там кафель, ты ради бога, конечно. Ай-то, Пресли, нельзя в камеру прыгать. Вот такой вот мальчик открыт для резервирования. В конце месяца мы получаем документы, делаем прививочку. Первое число августа, когда малышам исполнится 2 месяца. И можем переезжать в новый дом. В данный момент ребята играют на пеленочке. Это многоразовая пеленочка, которую я использую в своем питомнике вместо туалета. Дома вы можете переучить ходить в поднос куда угодно. Мне удобнее так. У меня квартирные условия. Вот не такой у меня широкий коридор, кухня, все узкое. Мне неудобно ставить пластиковые туалеты, которые сейчас действительно продаются. Широкий выбор. Порода хорошая, чихуахуа, она обучаемая легко. Поэтому что-то приучите, сделать так, как удобно вам. Пошел знакомиться. Он первый раз отсюда вышел. У всех собачек нашего питомника крепкая, здоровая психика. Поэтому
Цена идет исключительно от качества экстерьера, а никак не от здоровья и всего остального. Ну, Пресли, ну тебе-то, конечно, здорово, потому что первый раз видишь таких козявочек, тебе интересно, и ты не понимаешь, почему он не идет с тобой играть, да? А почему он не идет с тобой играть? А он не понимает еще. Вот говорит, мама и сиси, это я понимаю, молочко там. Ну, в крайнем случае, говорит, сухой корм кушать умею. Да, мама сказала сисю, нет, иди кушай в миску, большой уже мужик. Этот помет на букву У, будем сейчас вот активно думать имена, скоро сдавать документы, а я еще не успела даже, ой, отснять всех ребяток, которые открыты у нас для резервирования. На сегодняшний день в питомнике открыто для резервирования 18 щенков чихуа. Один щенок, вот этот вот красивый, медного окраса, вот он уже готов полностью к продаже, 19-й щенок. 14 июля 2019 года в нашем питомнике родился еще один помет щенков чихуа. Я вчера принимала роды. И папа там так же, как и в трех июньских пометах, Марини Стик, Престон, Мистер Министр. Поэтому, кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые видео со всеми щеночками нашего питомника, представленными к продаже, готовыми к продаже и открытыми для резервирования. Или, возможно, вот подрастает, будет подрастать июльский помет, кому надо попозже, вот, пожалуйста, тоже можно обратиться в наш питомник. Эти ребятки скоро уже могут переезжать в новый дом июньские. Июльские еще только родились. А также, напоминаю, у нашего питомника есть аккаунт в Инстаграм, где также выходят ежедневно свежие видео и фото с малышами нашего питомника. Наш питомник, напоминаю, находится в Санкт-Петербурге, и отправками щенков в другие города мы не занимаемся. Самовывоз. По вопросам стоимости приобретения просьба обращаться по телефону или звонить, или писать, извините. Мало сплю с таким хозяйством. Писать в личные сообщения на страничку питомника ВКонтакте или в Инстаграм, или звоните по телефону. Ссылочки на соцсети и наши контакты будут оставлены в описании под данным видео. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Марини Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!